Да, это уже стало нашей традицией, чтобы во время славянского базара мы соединяли культуру с экономикой. Интерес идет не только, скажем, к культурной программе, которую город предлагает, но и к нашему агропромышленному комплексу. Меньше выступлений, условно говоря, чиновников, а больше выступления представителей предприятий, обмен мнениями, что мешает, в чем можно найти взаимопомощь там и так далее, подсказать. Ну, вот это, наверное, самое главное. Мы приехали, мы очень рады, что вы нас пригласили в Витебск. И мы приехали сюда для того, чтобы научиться. Мы знаем, что мы имеем, и мы приезжаем в Витебск. И в Витебске видим, что люди живут иначе. Мы можем много что научиться с Витебска. Наиболее развиты у нас, конечно, отношения в культурной сфере между Витебским районом и экономической. Вот что приятно, уже второй год мы направляем делегацию своих ребят участвовать в Славянском базаре. Действуем с несколькими предприятиями: Белвит Унифарм, Рудакова, который поставляет в Амурскую область овощи. Вот, то есть вот достаточно такой широкий обмен. Ну и, конечно, эта сегодняшняя конференция позволит увидеть еще что-то интересное. Будут представлены не только Витебский район, я знаю, а другие муниципалитеты и Витебская область. Мы заинтересованы в том, чтобы развивался малый бизнес, и привлекаем к этому всевозможные структуры финансовые, наши государственные, для того, чтобы тиражировать наши возможности государственные. Следите за новостями на портале городвитебск.бай. We'll be right back.